Сегодня в супермаркете «Червоный маркет» я купил универсальное средство пасту для чистки посуду, кухонной плитки, раковин, керамики. Стоит 25 гривен где-то. Это где-то около 60 центов. Сделано в Украине. Состав. Природні поверхнево-активні речовини. Кальцинована сода, комплекс м'яких абразивів, ароматизатор, спосіб застосування. Прочистити пастою вологу поверхню та змити водою. На сильно забрану поверхню зробити витримку. Такое вот средство. Виталпласт. Промыть великой количеством воды.